российские военные отходили, отошли. Мы спросили у замминистра внутренних дел, какая ситуация сейчас на том районе в военном плане. И как бы вот что он нам ответил. Предлагаю послушать его прямую речь. Мы же разумеем, что... Мы же понимаем, что этот отход не только из-за того, что российская сторона передумала захватывать Киев. Речь идет о ротации российских подразделений. Речь идет об их перегруппировке, возможно, определении других приоритетов. Украинские вооруженные силы максимально используют эту ситуацию для возобновления контроля и возвращения украинской власти во временно захваченные врагом местные пункты. Вопрос по поводу Бучи. Буча на сегодняшний день пока находится под контролем российских оккупационных войск. Украинские вооруженные силы делают все возможное для как можно более быстрого освобождения Бучи. Більш швидкого звільнення Бучі.